Как же мне скучно. А дома вообще никого нету. Вообще никого. Ну да. Малой, только, пожалуйста, не колготись. У меня важная катка. А чем она такая важная? Я на лаве играю. Лупная ставка. Косарь, братан. А, понятно. А мне вот, Валек, совсем скучно. Плетем до такой степени, что мне кажется, что я сейчас умру от скуки. Понятно. Я не понял, а тебе что, пофигу, что я могу умереть от скуки? Ну сказал же, Игорек, у меня важная катка, не мешай. Вот так вот и теряют блати. Малой, блин. Да все, молчу. Спасибо. Ну говори уже. Чем можно заняться, чтобы не было скучно? Не знаю, сходи лохматую погонять. Его? Собака, говорю, по двору иди побегай. А, ты вон платок, гребаная фантазия. Не хочу. Почему? На улице колотун, если я из дома выйду, то я в сосульку превласюсь. И все, чем можно заняться? Ну тогда сходи гуся задуши. Чё? Да соседский гусь, блин, задолбал уже гагакать. Сходи задуши его. А, ты вон в каком смысле? Да у меня с этой фантазией теплой входит. Не, Валёк, я не смогу. Чему? Я вообще-то боюсь. Чё ты? Да я вспомнил, за чего ты гусей боишься. Капец, зрелище было, когда тебе гусь... Валёк, прекрати, я не хочу это вспоминать. А я хочу. Капец, Игорёк, зрелище было, когда тебя гусь прям за стебелёк выщипнул. Ты так визжал, что я думал, у меня перепонки лопнут. Всё бы я не визжал, вообще-то это очень больно было. Жесть, конечно. Так, всё, поехали. Подскажи, пожалуйста, чем можно заняться, чтобы не было вкусно? Не знаю, сам придумай себе занятие. Если не подскажешь, то я сяду на пол и буду тут с тобой сидеть. Нифига, я против, чтобы ты сидел со мной. Почему? Нормально заобщались. Да потому что ты не замолк... Замолкаешь, а у меня, повторюсь, важная катка. Если я замолчу, то мне еще больше скучно станет. Ой, Игорек, есть идея, чем тебе занять, чтобы тебе не было скучно. Чем? Играй в игру, в которую играю я. А в какую игру ты играешь? Короче, Игорек, у этой игры очень увлекательная история. Стопэ? Че стопэ? Знаешь, что я тебе хочу сказать? Че? Пошел ты в жопу, Валек, со своей рекламой. С какой еще рекламой? Я тебе просто про игру хочу рассказать. Это нифига не реклама. А, конечно, так я тебе и поверил. Да правда. Скажу тебе еще раз, Валек, пошел ты в жопу со своей рекламой. Зашибись, вот так вот и придумывай развлечения тем, кому нечем заняться. Ну и пофиг, зато теперь мне никто не мешает.